Привет, меня зовут Кристина, и я учу детей английскому языку. До работы в Skyeng я работала офлайн, но чувствовала, что это не совсем мой формат, так как много времени уходило на дорогу к ученикам и подготовку к занятиям. Я решила попробовать удаленную работу, и теперь я нахожу в ней одни плюсы. Во-первых, подготовка к уроку проходит быстрее. Как это происходит? Я захожу на платформу, выбираю нужный материал, добавляю то, что будет интересно конкретному ученику, исходя из его интересов и увлечений, и можно начинать занятия, которые, кстати говоря, я проведу из дома в комфортной обстановке и уютных условиях. Во-вторых, вся работа, которая не связана с преподаванием, делегирована. Если у меня технические неполадки или ученик не пришел на урок, я сразу сообщаю об этом, и команда помогает решить все мои проблемы. И последний, самый главный плюс лично для меня – это мои ученики. Дети обладают колоссальной энергией. Даже когда у меня выдался тяжелый день или просто нет настроения, от одного разговора с детишками хочется улыбаться. На самом деле, я всегда мечтала найти работу, которую будет сложно назвать работой. Это скорее занятие, хобби, от которого ты получаешь огромное удовольствие. И я думаю, я ее нашла.